Победы победами, а занятия по расписанию. В студии эстрадного вокала Видновской школы искусств сегодня обычный учебный день. Но сегодня девчонки занимаются с приподнятым настроением. С недавно проходившего фестиваля они привезли 8 различных наград. Руководитель студии Наталья Малая не скрывает радости по поводу того, что умения ее учениц были оценены столь высоко. Областные конкурсы, они вообще очень сильные. То есть там уже попадают ребята, которые имеют очень высокий уровень творческого мастерства. В общем-то, попадают самые лучшие из лучших. Поэтому среди лучших из лучших мы, в общем-то, тоже стали победителями. 8-й Московский областной фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни проходил в городе Зарайске. В первом туре участвовало более 300 человек, а в финал вышло 100 исполнителей. Ну, я чуть-чуть волновалась, потому что это был мой первый конкурс в новом коллективе. Но мы все вместе собрались и отлично выступили. Вокальная группа «Конфетти», где выступали 4 исполнительницы, стала лауреатом первой степени. Дипломы остальных – второй и третьей степени. А значит, есть еще к чему стремиться. Я половину слов вообще не поняла. А самое главное, у нас в песне что? Слово. Валерий Антонец занимается вокалом уже 5 лет, имеет за своими плечами огромный опыт выступлений. Она выдвинута на получение стипендии главы муниципалитета, но с фестиваля приехала немного расстроенной. Я во многих принимала конкурсах участие и даже уже не могу перечислить их, сколько было. Ну а вот в этом конкурсе что тебе понравилось или, может быть, не понравилось? Мне понравилось то, что там были очень такие хорошие жюри. Ну, а не понравилось то, что 3-е место. 8-й Московский областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни носил название «Купно заедино», что в переводе со старорусского «вместе заодно». Выбор произведений для выступления – особый процесс. Каждая песня подбирается индивидуально, либо под солиста, либо под ансамбль, который ее собирается исполнять. Смотрим, чтобы тембр голоса хорошо звучал в этой песне, чтобы по возрасту, безусловно, ребенку подходила эта песня, чтобы он мог осознать и передать те чувства, эмоции, которые заложены были автором. Отделение эстрадного вокала существует в детской школе искусств с 2012 года. Сейчас здесь обучается пению 50 человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Евгений Садовский. Видное ТВ.